Илтумен Якутии провел парламентские слушания о ходе исполнения закона о родовой, родоплеменной, кочевой общине коренных малочисленных народов Севера. Закон был принят в октябре 2003 года, однако некоторые статьи, по мнению законодателей, нуждаются в доработке. Одной из главных проблем является неопределенность статуса родовых общин. Как сообщила министр по развитию институтов гражданского общества Республики Сардана Гурьева, в Якутии зарегистрирована 161 община, имеющая юридический статус некоммерческая организация, занимающиеся такими традиционными видами хозяйственной деятельности, как оленеводство, охотничий промысел и рыболовство. Существует и проблема пенсионного страхования членов общин. Поэтому итогом парламентских слушаний стали рекомендации об инициировании соответствующих изменений в закон.